Yes. Да. Скажи, девушка, только дай газету сразу выдернуть. Ну молодец, ты молодец. Да. С интонацией, ну как же. Прямо так сказала. А ты кино же снимаешь, Михаил? А ты поговори там, чтобы все так было слышно. Нет, вот она прекрасно говорит. Дай мне, дай. Да, я хочу покушать. Да, дедушка, плохому. Смотри, разговорилась, молодец. Да. Да. На ее языке пробую. Да. Здрасте, Абрам. Привет, пап. Ну, ты кто так разговаривает? Кто так разговаривает? А? Ты моя маленькая. Оказывается, нельзя задавать детям. То есть не детям, в этом стиле разговаривать. Надо с ними разговаривать как с нормальным человеком. Да. Это вот там, в той же книге. Ну хорошо, а как с тобой разговаривать, как с нормальным человеком? Скажи, пожалуйста. Не можешь ли ты? Да. Как обычно, мы сказали. Да. Передай.